Так ты меча из Чивы? Я думал, такие, как ты, должны охранять фараонов. Я Меджай без фараона. Видишь? Это же мое имя, Нак! Тебя найдут. Найдут и убьют. Во сне! Во сне я больше не сплю. Я жду в тенях. И я убью вас всех! Каждого, кто дышал воздухом Сивы в тот день! Ты убил хозяина, но не добил меня! Большая глупость. Твой хозяин был убийцей. Я его телохранитель. И это вопрос чести. Я Меджай Сивы. Значит, ты достойный противник. Не думай, что тебе будет проще. Один из нас останется здесь навечно. Пусть лучше ты. Хватит сражаться. Я не хочу убивать тебя. Вопрос чести. Деремся насмерть. Ну что ж. Анубис ждет тебя. Нек, мне не выйти. Не уцепиться. Как же мне пробраться дальше? Куда лезут эти скоробеи? Должно быть, этот храм построили много веков назад.
А, вон там. Свет. Стена. Солдаты. Конечно. А? Снять его! Умри! Кобзафа! Берегись! Бай! Это ты! Это я вижу! Убейте его друга! Ты же должен быть мертв! И будешь мертв! Уж мы... У тебя новые друзья. Они устроили засаду. Хорошо, что я... Где твой верблюд? Как вы тут справляетесь без меня? А, нам не просто, Бай. Ты ушел, люди хотели, чтобы я поддерживал порядок. Но солдаты разбили здесь лагерь и делают, что хотят. Лагерь в Сиве? Толемей держит эти земли в повиновении. А я лишь пытаюсь уберечь людей от беды. Рад, что ты здесь. Сделай, что смогу. Но не забывай, у меня есть своя цель. Знал, что ты нам поможешь, Сенни. Что случилось? Солдаты не знают жалости. Если думают, что кто-то им соврал, сжигают всю деревню. Или что похуже. Вот ты и дома, Бай. Все ведь тебя заждались. Всем, что у вас есть, домами, детьми и жизнями, вы все целы, обязаны. Глазам своим не верю. Ahead of you.
это же наш лагерь! Так будет с каждым, кто ослушается воли Медуна Мона. Смотрите, кто к нам вернулся! Дом. Оставь верблюда, далеко он не уйдет. Ну что, пойдем. Отдыхай, друг. У тебя был. О, великий Осирис! Старайся целиться прямо в голову. Одна из мишеней прочнее остальных. Вон там есть еще стрелы. Ну? Эбзефа! В чем дело? Тебя ищут солдаты! Устроим засаду! Нак! Теперь они найдут письма и сожгут мой дом, а меня казнят. Не бойся, я с этим разберусь. Осторожно! Кто здесь? Покажись! Тихо. Он слишком близко. Эй, кто? Теперь остальные. Нельзя оставлять тела на виду. Мы застанем его врасплох. Что? Сохни! Готово. Спасибо. Я же говорил, эти мерзавцы ничего не боятся. Самоуверенные мерзавцы. Все так. Пойдем наверх. Я расскажу об обязанностях Меджа Сивы. Все горести Сивы здесь. Я найду его и убью. Медунамон намного сильнее, чем кажется. И окружил себя.
Будет время, подойди к моему столу. Там просьба от людей. Мне нужен родник в пещере Аманаи. Дорогу я знаю. Надо заглянуть. Теремун так просто не сдастся. Айсбаки, Хашая! Ханичиру! Карсуча! Амон и Исида откликнулись. Баек снова в Сиве. А Эргару? Это верно. Тебе конец! Старейших жителей, и соберите на допрос. Старейших, господин? Кто-то из них может... Я ничего не знаю! Эй, ты! Стой! Что это был? Тебе здесь не рады.
Я позову людей. На помощь! Зовите на помощь! Божество, мы закончим быстро! Старейших жителей и соберите на допрос. Старейших, господин? Кто-то из них может знать легенды. Священный храм Амона. Если бы я не был жрецом, я бы проломил вам черепа. Есть там кто? Выпусти меня и сразимся! Thank you.
господин. Дерьмо! Догнать, тварь! Но должно быть тут. Нашли что-нибудь? Ничего. Политика сподвигает всех на глупости. В линию! Что это? Кто это был? Мне, братья! Ах, похоже, беда. Соберись, гляди в оба. Живыми им не уйти. Обещаю. Найди других жрецов. Мимо нас никто не пройдет. Есть там кто? Выходи!
Где же ты? Где? Есть тут кто? Если б я не был жрецом, я бы проломил вам черепа. Есть там кто? Выпусти меня и сразимся! Эй, откуда? Эй, что? Что? Будь осторожнее! Идите, живо! Идите, ремонт. О, Омон. Он погиб от ран. Родные должны его похоронить. Грустные вести. Где Исса? Лежит здесь, как и ее дети. Вся семья убита? Да. Вижу, Теремун тоже заплатил за свою дерзость.
Я говорил, что это бунтарство принесет только горе. Но что случилось? Они заметили солдат и спрятались в погреб. Но солдаты в назидание остальным просто сожгли дом дотла. Мне так жаль. Положи тело тут. Они отправятся в Дуат вместе. Так много смертей в оазисе. Мы не сможем похоронить всех несчастных. Тебя убило вовсе не твое бунтарство, брат. Это вина власти Птолемея. Он плохой фараон. Что ты делаешь? Сильнее. Проклятье. Он ранен. Не к добру это. Опять ты. Как на меня посмотришь, я тебе глаза выколю. Глазам своим не верю. Эй! Что ты? На куски порву. Ренул.
Сичерьет. Ты не пройдешь их, крыса! Я дам сигнал! Защищайте Кирия! Только повод убить тебя!